Здравствуйте, друзья! И в этом видео я хочу вам показать модель Toyota FJ Cruiser в масштабе 1 к 43. И данная модель выпускается заводом Hongwell и идет под брендом Carorama. Довольно редкая модель автомобиля, и несмотря на то, что эта модель выпускается очень давно, приобрести данную модель автомобиля мне удалось всего лишь пару дней назад. Модели Carorama продаются у нас в больших супермаркетах, они стоят 4 евро. И за эту цену, я считаю, это очень достойные модели, несмотря на тот факт, что модели немножко подорожали. Еще в конце года эти модели стоили 3 евро. Но даже за 4 евро это вполне хорошие модели. В переводе на рубли это составляет порядка 250 рублей, плюс-минус в зависимости от курса. В принципе, за эту цену конкурентов данной модели не найти. У нас продаются, в принципе, модели Burago, они стоят еще дороже, не знаю почему, но, конечно же, те модели очень трудно назвать масштабными моделями, это скорее игрушка. Все же это автомобильчик больше похож на масштабную модель. Машина очень хорошо попадает в масштаб 1 к 43, единственное расхождение – это ширина. Данная модель чуть-чуть шире на 0,5 мм, но, опять же, я мерил по краям крыльев, и, в принципе, возможно, само крыло чуть-чуть шире, чем на оригинальном прототипе. Но, опять же, это не столь существенно, и 0,5 мм вполне вписывается в масштаб 1 к 43. Модель выполнена в двухцветном варианте. Ярко-желтый основной цвет, белая крыша. Кузов модели выполнен из металла. В модели нет открывающихся элементов. В модели черный неокрашенный салон. При желании вы можете его раскрасить. Зеркала на модели изготовлены из резины. Они очень хорошо гнутся, поэтому при транспортировке модели вы их не сломаете. У модели отдельные передние фары, отдельные поворотники, отдельная решетка радиатора. Дворники отлиты вместе с кузовом модели. Конечно, лучше, если производитель вообще бы их не делал. Можно купить дворники с фототравлением, но, опять же, в таком варианте вам придется избавляться от имитации дворников на кузове, и придется заново перекрашивать модель. В модели довольно хорошо проработаны колесные диски. Диск обут в резиновую покрышку. Видите, на покрышке есть довольно хороший протектор. Но, опять же, покрышки выполнены довольно криво, и сама покрышка отлита не очень качественно, поэтому при движении автомобиля колеса все же выписывают восьмерки. Не знаю, возможно, на своей модели в дальнейшем я заменю данные покрышки. В модели отдельные задние фонари. Есть логотип Toyota. Наименование модели выполнено методом тамповки. Имитация тормозного сигнала, имитация отражателей. Также есть посадочное место для фаркопа, но почему-то самого фаркопа нет. Возможно, на своей модели я доделаю фаркоп и сделаю сцепку с каким-нибудь прицепом. И, в принципе, конкурентов за эту цену данного джипа вы не найдете. Такую модель джипа выпускают более дорогие фирмы. Есть производитель Norev, который выпускает данный джип. Также производители Hi-Story, который делает данные модели из смолы. И различные мелкие фирмы. Но, опять же, те модели будут стоить порядка 50, 60, даже 80 евро. Эта модель стоит 4 евро. В принципе, за 4 евро аналога довольно хорошей модели Toyota FJ Cruiser вы не найдете. Поэтому, если у вас будет возможность приобрести такие модели, советую вам купить данный внедорожник, особенно тем людям, которые собирают Toyota Land Cruiser. Все же Toyota FJ Cruiser – это автомобиль, выполненный на базе Toyota Land Cruiser. И, опять же, довольно редкая модель. В Европе такие автомобили практически не встречаются. У нас в городе всего три настоящих автомобиля, и, в принципе, эти автомобили создавались для рынка США, и официально в Европе они не продаются, поэтому довольно интересная модель автомобиля, и она займет достойное место на вашей полке. Спасибо за внимание, это был обзор модели Toyota FJ Cruiser от производителя Carorama, и увидимся в следующем видео.